Привет, это канал I Like Pet, я Таня, а это анцеструсы, одни из главных рыб-санитаров. Они чистят стенки аквариума, камни и коряги с растительностью. Именно с этими любящими порядок рыбами мы будем сегодня вам рассказывать о правилах чистки аквариума. Сомики анцеструсы чистят с помощью своей присоски аквариум каждый день, а вот человеку достаточно это делать один раз в неделю. Иногда можно реже, все зависит от аквариума и его подводных обитателей. Качество уборки всегда должно быть на хорошем уровне. Чтобы аквариум был в оптимальном состоянии, при его чистке нужно учитывать некоторые правила. Прежде всего, помните обо всех этапах чистки аквариума и старайтесь не пропускать ни один из них. Приведение аквариума в порядок должно состоять из следующих действий. Очистка стенок от налета, при необходимости чистка декораций, прополка и подрезка растений, сифонизация грунта, промывание фильтрующего оборудования, подмена воды. При уборке аквариума используйте только специальные чистящие средства и инструменты. Использование неспециализированного оборудования и растворов может привести к ухудшению биологического состояния аквариума и впоследствии гибели подводных обитателей. При чистке аквариума рекомендуется осуществлять подмену 10-25% воды. Замена большего объема может стать причиной серьезного стресса для рыб. Новая вода не должна отличаться по температуре и мягкости от той, что находится в аквариуме. Если у вас морской аквариум, позаботьтесь также о том, чтобы уровень соли и в старой, и в новой воде был одинаковым. Попробуйте научиться чистить аквариум, не вынимая при этом из него подводных обитателей. Если же вам все-таки нужно пересадить рыбок, добавьте в воду специальные средства, которые позволяют восстановить защитный слой на поверхности тела рыбки. При пересадке аквариумные рыбки его утрачивают. Всегда имейте дома запасной или карантинный аквариум на случай необходимости. Не забывайте о внешней стороне аквариума. Протрите стекло, лампу, крышку и верхние края жилища подводных обитателей. Чисто и красиво должно быть не только внутри, но и снаружи. Таковы основные правила чистки аквариума. Соблюдайте их, когда приводите в порядок жилища своих подводных обитателей. Но обо всем остальном позаботятся анцеструсы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был канал I Like Pet. До новых видео!